Да. Чего? Кефир. Нет, кефира не хочу. Расклад, кажется, такой. Я, во-первых, тебе говорил завтра. Да? Понедельник, среда, пятница. Этот баня работает. Душ. Вот. Но там единственное условие, что трезвый ты должен быть, блядь. Трезвым ты быть не можешь, нахуй. Я буду. Да хорош тебе, нахуй. Я тебе говорю, как скажешь. Короче, еще такая ситуация с это. Санька синий предложил свои услуги. Можно к нему, но это надо километр. Издавать. Километр. Ровно километр надо дойти. Я даже по навигатору смотрел. Километр 100 метров. Это первая хуторская. Где ты был хоть раз у этого? У Вити, у Калацкого, у Артура? Да. Где вымпел? Это. Да, конечно. Вот там дом. Вот. Но сегодня не получилось. Просто я не хочу завтра, потому что, блядь, у меня завтра днюха, нахуй. Ох, ебать. Вот, короче, херня такая. А мне тебя, брат, блядь, пожрать. Вот херня, короче, такая. Я сегодня делаю ход конем. Ты где ночуешь вообще? Сейчас, где придется. Ну, здесь, в метро, да? В основном. Нет. Нет? Или же в... А во сколько уходишь на ночлежку? А по-разному, как мусора. Просто можно сегодня в ночь, там где-то к часу ночи я бы подошел и сходить к быче. У тебя с бычи что, рамс какой-то или что? А почему рамс? Сходить можно к быче. Он что, говорил, что у кого-то рамс нет? Не, ну так... Ничего у тебя нету с ним? Никаких? Нет. В смысле, напрягов нет никаких. Вот, нет. Зайдем на эту, там пожарная лестница. Зайдем на пожарную лестницу, догола разденешься, я тебе простынь там приготовил. Простынь завернешься и зайдешь в это, в ванну. Ну. Там мойся хоть два, хоть три часа. Тепленькую водичку, не горячую, включим, чтобы рана не болела, блядь. И потихоньку отмоешься. Я там возьму, что надо, к столу, блядь. Вот. Возможно, до утра там останется вся одежда дома. Не знаю, как я это буду делать, блядь, но это уже заебло, нахуй. Твое вот это состояние, блядь. Сань, а? Я самого заебло. Заебло. А хуй ты нихуя не делаешь? Руки опустил, как этот, нахуй. Блядь. Сестре твоей опять смс-ку сегодня написал, блядь. Говорю вам... Безразлична судьба, блядь, Аданькина Валерия. Тишина. Ни ответа, ни привета. Я его помню, блядь. Че с тобой делать? Я хуй. Люди смотрят, помоги ты ему, спаси ты его, блядь, помоги, спаси. А как будто я волшебной палочкой, блядь, махнул, и ты сам нихуя не ходишь. А знаешь почему? Почему? Посмотри. Ну, я тебе изначально буду рассказывать. Да это долго. Нет. Изначально. Короче, умирает отец. Я еще сижу. Умирает мама. Но я уже на воле. Она находит себе говоря. Ну не грубо, а мужа. Они уже расписаны, и дети у них, ну, есть. Да. Ну. И выписывают нахуй тебя из квартиры, блядь. За долг, за кредит, который она оплатила. Да ничего не надо, я плачу. Ну ты сам так рассказывал. Что тебе там 500, что ли, долго было? Да, 500. Ну. И она оплатила за выписку из квартиры, нахуй. Красивый ход. Вот я и написал, блядь, что, безразлична судьба, ну. Хотел пошутить, так это, черный, сугубо черный юмор, блядь. Но не стал. Думал, может, она на это хоть ответит, что Аданькин умер, блядь, написать ей, нахуй. А ей похуй. Да я так и понял. Она будет рада.
Да только рады все и будут. А знаешь почему? Все и ждут, чтобы ты сдох, быча, чтобы сдох, блядь, из-за этих хат ебаных ваших, блядь. Чтобы, да, блядь, мы лишние. Знаешь, вот это ебаные. Миллионы, миллионы. Ваши квартиры, блядь, миллионы, нахуй. Пешкой не были, нахуй. Ну да. Добычи сможешь зайти, нахуй? Ночью, блядь. Во сколько? Ночью, блядь, 12:30 ночи, блядь. У него 11. Никакой не 11. Я за тобой приду. Поднимемся на этаж, зайдем на пожарную лестницу. Все, нахуй, догола с себя снимешь, блядь. Я просто тебе дам, обернешься, зайдешь в душ. Чтобы не было там, не дай бог, шестимостовых, хуистовых. Понял, да? Вся одежда 100% есть, нахуй. С головы до ног, блядь. Я уже и так, и сяк, и готовлюсь, блядь. Никак звезды на небе не сойдутся, нахуй. Сашка, я... Шаг навстречу сделай, блядь, да, я выведу тебя из этого пике ебаного. Дальше сам решишь, нахуй, что тебе делать. Паспорт есть, эту, блядь, хуйню пенсионную сделаем, не пенсионную, а полис страховой. Более-менее рану будем лечить на протяжении вот этого времени, пока ты тут шалтай-болтай. Потом решай сам, что, дальше загинаться или, может быть, все-таки... Нет. Куда-то в приют, в рабочий дом, в хуедом, потом... на дачу к кому-то. Тысячи вариантов. Не, потом, как ты говорил, если хочешь, пойдем перебирай там камушки. Я пойду с тобой камушки перебирать. Даже ты уедешь. Есть хочешь? Чай взять тебе и пирожок. Сейчас я пойду возьму, приду сюда. Курить есть? Курить есть. Курить есть, все. Сейчас я, 5-7 минут. Ну, такая вот история у нас, ребят, с космосом. Пирожочек я вам купил. Сейчас чаю куплю. Да. Здравствуйте. Маэстро, да? Да-да. Поделаю. Нормально. А вы откуда меня знаете? Это канал видео. А, спасибо большое. Да, но я вот это, пирожочек отнести товарищу. Хотел копейку дать? Сейчас, секундочку. Сейчас пирожочек отдам. Вот так вот, ребята, на улице узнают люди уже. Это радует. Кос, держи пирожок. Ешь сразу, пока теплый. Сейчас я тебе чаю куплю. А? Да ты что, спасибо даже умеешь говорить, нихуя себе. А. Сейчас, подожди, я подойду, ты очень долгий, блядь. Так, принцу, блядь, датскому нашему, нахуй. Чай. Ебать, кто бы за мной так поухаживал. Ебаного. Короче, не знаю, сейчас быча пьяный спит, проспится, с ним поговорю. Не хочется мне завтра заморачиваться. Не то, что не хочется, а хотелось бы праздника, хоть какого-то маленького. Ой, ё-моё. Как это работает, вот, сука. Вот они, архаровцы.
ничего не помню. Кос, чай. Смотри, тут бумажечка, чтобы руку не обжигать на ней. Посмотри, повернись. С полоборота повернись. Так разольешь. О, вот так. Пей чай. С тобой, блядь, невозможно, нахуй, Вале. Это пиздец. Ух, блядь. Так. Ну, пока как-то так, ребят. Я не знаю, у меня же нету вариантов. И нервы нахуй сдают по этому поводу. По космосу. Никого больше нету. Не знаю, где остальные отщепенцы. Сейчас похожу, посмотрю, какие еще задачи. А, и пойду кнопку делать. Кнопку делать и ждать, пока Быча проснется. Сейчас с ним поговорю. Не знаю. Отдам ему, у меня есть там этого космоса. А, сейчас схожу в аптеку, куплю стриптоциды, мриптоциды. И это... Вот эти деньги, которые хотел я потратить на курицу, на что там еще. Короче, я все сложу, там 1500 у меня получится со своими. И, короче, заплачу Быче. Вплоть до этого даже, скажу, Бычков. Не вымахивайся, короче, 1500 тебе даю. Вот, объясню, что разденется, зайдет в простыни, быстро в ванну. Помоется, подстригу. А, еще к Сашке сейчас схожу за это, за машинкой. Ну, в принципе, пока все. Работаем. Нарисовались все, короче. Бомжик там на остановке сидит. Заслали меня в Бристоль. У меня нету на бухло сегодня. У них зато есть. Подмолодились пацаны. Все понимаем, кто подмолодился. Капуста всегда есть. Молодец. Какой был, не был, но на улице не пропадет. 80 лет. Два деда, да? 80 Два лет. Деда. Тебя 80 отпиздили. Лет. Да. И отобрали у тебя флешку. Не кинули эту музыку на пол. А, я она сломал. Да, у тебя. Ты с бухгалтерии уезжал, да? А я ее схватил и чем попинали. Лежачего. 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 Ну, орешь ты громко, ни хера тебе ребра не отбили. А зачем лежачего? А за ним менты будут поехать. А. Когда я вышел. Ну, это ты сейчас сон рассказывал, да, или что? Нет. На яву было? Это реально. Реально. 12 часов ночи. 12 часов ночи. Они пидорасы. Эти москвичи, блядь, взяли меня и громко включили. А ты же больше всех живешь тут. Сань, ну ты мне за подарок приготовил назад? Да не достань ты, конечно, осталось сутки, Саш. Да сутки. Ой. Сутки? Нихуя ты куда уехал? Да до Владика, что ли? Эй, слышь, Сань, ну да, сними мне, пожалуйста. А где эта шкура, блядь? Какой? Когда она появится? Маша? Это, Манька. Манька или Люк? Который я изнасиловал, блядь. А. Хер его знает, где она. Это вообще, это пиздец, да. По больницам я звонил, нету в больнице. Вот, ты знаешь что? Она просто твоя ошибка поняла уже все, она здесь уже не появляется, понимаете, почему, блядь? А я тут, я, блядь, не, ну, за этого сука, блядь, ебанная, блядь. Я тут бегаю, блядь, от мусора, нахуй. Они даже мою фото показывают, нахуй. Вот этот человек, да, не видали, да? Представляешь, сегодня 4 раза, блядь. Я тебе сказал, я сам лично ее одевал, она голая была. А мне вот этот бульваш, блядь, сломанный руками, блядь, он мне сдает всегда, нахуй. Я там сидел. Мусора поднимается, нахуй. Я на остановку убегаю, короче. Мусора сюда приходит. Я на 6-й, блядь, мусора там поднимается. Что там, Санёк, куришь-то? Свои.
Бульбайский НЗ. НЗ. Не, вот что у него я сейчас... Я думаю, это все херня, блядь, с этой смашкой. Она ударилась там. Она когда ударила. Она показала мне голову. Не он никогда этого не сделал. Нихуя захвана мне нужна там. Он говорит, Саш, да. Он квартиру снимал за 40 тысяч. Нет. Мы понятное жили там. 50 тысяч я снимал. Короче, попал ты в замес, да, Саня? Вчера ночью, да. А во сколько это было? Во сколько? Половин 12 ночи. Дай 10 рублей. А, полдвенадцатого? Это было половин 12 ночи. Так. Я включил громко. Я говорю, ты ебет, козел. Ну так же, как орешь, да? Так же громко. А я ему так и сказал, я пьяный еду. Сюда пьяный. А у меня вдвоем молотить. Вдвоем. Флешку разбили. Радио хотел разбить, а я его под себя взял, под себя. Дай зажигалочку. Бля, одной рукой не смогу. Забирай, у тебя забирай. Сань, я себе разберусь. Да у меня есть, она тут замерзла. Она не суки. Она еще... 80 лет пидором, этим пидором. Да ладно, ты преувеличил, 80 лет, два деда. А сколько им? А я зрелый, так говоришь. Нет, ты же сказала, вот так вот ты же сказала, вчера 70 лет. Ну, по 7. Вчера было 70. Сегодня 80. Да, вот как раз. А зарапа 90-летних мужиков. И к ним малолетки сидят. А знаешь что, Сань? Этот, малая, блядь. Как его? Вот тут большой кто? Люба. Люба, она пиздец изменился, блядь. Че она? Знаешь что, заряжает, я же сейчас у них ночую, блядь. Заряжает друг друга. У меня деньги заканчиваются. И собой. Заряжает, нихуя, блядь, почему Аслан здесь лежит, нахуй? Давай, я только вышел, нахуй. А там, блядь, брат, родные братья, нахуй, ругались, друг друга ебашили, нахуй. Я говорю, эй, ребята, угомоните, что с вами надо? Майка, этот, как его? Люба. А, Люба. Люба сказала, что Вова мне хотят, извините, пожалуйста, хотят, чтобы... Чпокнуть. Да, чпокнуть, да. А Валерия спрашивает, это точно такого? Люба говорит, да. А два брата, бля, там дерется, нахуй, бля. Ты что, бля, хочешь ебать моя баба, бля, и так далее, нахуй. Что там, Сань, у тебя там потопа еще нету под платформой? Не потонул еще? Сегодня он здесь. Вот теперь. Здесь. А я там. А, вот. Я там Марина Борисовна живая, не? Да. Я тебе, она кушает. Я тебе сегодня хлеб куплю, ты это передай, ладно? Хорошо. Зооуголок наш. Нет, сегодня еще мальчик. Да, иди, обещал. Нет, это не. Да что ты, ёптвое? Да нет, надо нет. Саш. Я правду говорю. Во-во-во. Я правду говорю. Взяли два пидораса, я сел в метро поспать. Да это уже рассказывал. Метро поспать. Ага. Ага, в вагоне музыку очень громко, и мне понравился сектор газа твое, что ты мне дал, сектор газа, и понравилось, хуями там кроет, билетели. Валер, что у тебя тоже что-то было? Отпиздили. Что-то было, братан, ты же знаешь, когда есть, есть, нет, нет. Я одним понять могу. Есть люди, а есть не люди. Вчера, этот, три дня назад, короче, пацаны приехали на остановке. А Манька на телефон, у меня лежит там, блядь, у Бульбаша.
звонит, говорит, Аслан, ты где? Я говорю, вагончики. Что там делаешь? Лежу, бля, что ты? Давай подходи на шестом, говорит. Я подхожу там, блядь. Братан, брать не буду. Черный видал. Черный, там еще с нами кто-то был. Там пацаны приехали на гелик, прикинь, на остановке, вот эту остановку, который, блядь, автобус не останавливается. Там стоит, ну, Аслан, иди туда, братишка. Ну. Мне, блядь, 5000 дает. Иди себе этот штаны купи, ботинка купи, иди домой, говори, блядь. Ну, Аслане так ты... себя и покупает. Нет, нет, тебе я веду, который про мои знакомые говорю. Они, блядь, просто. Они подходят, блядь. Говорит, блядь, купи себе штаны, и ботинки, и носки. Ну, наливай, губа. Два носки купили. Вчера пацанчик приезжал. Ну, тебя, к сожалению, он хотел тебя тоже... А мне твои, заебали, понял? Экран нет, открой. Сюда. Ой, черный звонит, дай-ка ему отвечу. Нет, это у меня тоже подписчики есть. Да? Да. Да, знаешь что? Короче, блядь, вчера вот... Как там вот это колесо, вот это, да? Круг? Да. Вот это квадрат. Скамейка, вот это, да. Круг квадрат. Я, короче, ну, круглые лапки. Да. Сижу, стою, блядь. А у меня-то деньги-то есть. Я говорю, бля, братишка, 27 рублей выручу не хватает. Он говорит, на чего? Чтоб в Пензе доехать. Он говорит, а ну-ка маску сними. Я маску снимаю, блядь. Аслан, ты чё пиздишь, нахуй? Он мне 200 рублей дает, говорит, пошли на Брюссель. Он там, блядь, 2 бутылки водку покупает, мне 1500 дает. Колбаса покупал, 4 пачку сигарет покупал. Пиздец, он поляна накрывает, нахуй. А этот, блядь, бульбаш, который с Глюбой живет, он все, блядь, синий пакет поднял и ушел, блядь, нахуя, блядь, пиздец. А мы, блядь, остались полторашку, этот, пиво, блядь. Что, Леха-то не приезжал больше? Нет, 5 апреля день рождения. 5 апреля, да? У него 5, у меня 9. А мне завтра подарок приготовил на завтра? Завтра, да. Маэстро, а я подарок сам. А, ты сам подарочек, да? Нихуёвый, блядь. А сам где? Опять флешку тебе нести, да? Да. Иди, разобьёт меня. Тебе надо в мешоках 360 штук в году. Вот кому? Тебе. Это флешки? Да, каждый день по одной тебе надо носить. А где у меня ещё бьют? Может, ты её потерял там под платформой? Не? Может, да, Лариски вот, утащили? Я тебе сказал, я залез. Погрез, я замерз вчера. Как Бобик, да? Да. Залез в этом метро. А. Вагон. А им не понравился синтер газа. Вик, ты будешь? Я синтер газа хуяю. Я ж там тебе много накачал музла. Синтер газа. Ну там всякое было, и шансон был. А им под 70, под 80. Что это за водка такая интересная? Первый раз вижу. Сань, а? Под 78. Как называется, Аслан? Ну покажи. Ну попроще, рыбачок. Жаворонки. Я даже не знаю. Братишка, дай 100 рублей. И доллар вам дай. А что такого, 100 рублей жалко? Куда ты смотришь? Ты спрашивал у нас. Чай я сейчас тебе навигатор включу, братан. Чай-лип-то холодный пьем. Че, ждать еще надо, да? Вот, ребята, такие движения у нас происходят на канале. Все живы-здоровы. Значит, Маньку видели на Блианозово. История имеет право жить, потому что она там раньше тусовалась, на рынке сидела с собаками. Вот. Ух, такой большой автомобиль задавит нахуй. И это сейчас скажу до Сашки, до синего, возьму машинку, не знаю каким чудом, но надо затащить, освободить завтрашний день. Все-таки я хочу полноценно отдохнуть, покушать мяско, выпить чашку кофе,
чтобы завтра никуда не ходить. Так, что еще? А, будут дальше прям ролик отдельный сниму. Сейчас маленькие движения нарисовались у нас, разговаривали со Сланом. Вот. Не буду пока всех секретов раскрывать. Может быть, не точно. А то это, как всегда, наговоришь, ни хера не получается. Вот, по поводу, ну, сразу скажу, по поводу куртки Дениски нашего чудодейственного блогера. Вот. Куртка, то есть, цела. Сейчас я схожу за машинкой, потом схожу в аптеку, прикуплю там присыпки-мрисыпки и буду ждать, пока медведь наш это, из берлоги вылезет. Бычков Алексей Михайлович. Да, еще что. Ну, пока все. Работы. Космоса чуть-чуть покормил. Саня Глаз звонит. Так, сейчас ответим. Ребятки, пришел к Сашку Синему, заскочил на чаек. Попили чаю. Всем привет. И как всегда, не забываем ставить лайк. А да. То я смотрю тоже там. Все на стриме. 302 человека, а всего остального, если собрать, 46 не хватает. Вы что, ребята, не позорьтесь, вам что, жалко нажать на кнопку, что ли? Смотрите. А то уволю. А то уволю. Я присяду. Подождешь, не ори. Так, ну что, рассказывай. Что это у вас за служба такая? Приставы. Вот вас даже назвали, вот вас приставили, только непонятно к чему, как к корове третье вымя. Просто сидим и снимаем вот так вот, да, по щелчку пальцев. Раз! И свистнули. Смотри на них. Распустились. Бегаете из одного здания. Еле нашла вас. Ни телефонов, на телефоны вы не отвечаете, трубки вы не берете. Что бегаете-то? Боитесь, что вам бошки поотрывают, что ли? Разъяренные граждане, законопослушные, законопорядочные. Что рот открыла? Как рыба в губе. Обед сегодня принесла с собой? Выкладывай, корми тетю. Тетя кушать хочет. Тетя голодная. Вы меня обнулили. Вот тебе какая зарплата? А ты у меня сколько снимаешь? Что? Давай, давай, скажи мне, что это не твое распоряжение, что это кто-то где-то свыше. От человеческих чувств уже не осталось, да, уже все продали. За те 3 рубля, которые вам платят. Нацепили свои мундиры, сидят здесь. Козырьки. Вот это вот. Варюги. Никуда не пойду. Вызывай кого хочешь. Я буду сидеть здесь. Сейчас всеми службами города будете меня кормить и поить. 5 минут. Чтоб деньги на карту вернулись мне. Машка. Маш. Что? Пьяная. Что с тобой случилось-то, блядь? А? Чего? Я говорить не буду, если... Тебе в больничку надо? Не надо. Не. А? Я лучше сдохну так. Мамы нету, больше не помню. Сейчас я куплю тебе этой бодяги какой-нибудь. Синяки помазать, чтобы. Гепариновую мазь какую-нибудь. Ебать-то, ура. Где ты летала, ну? А? Что там еще? А? Бодяга должна быть. Ну, бодяга, наверное, уже не поможет. Бодягу надо сразу. Сейчас я пойду тебе гепариновую мазь куплю. Нет, я не знаю. А? Что? Заводит. Да. Я за тебя помню, сейчас я это, переговоры там веду по поводу тебя.
Сейчас Машуня в аптеку слетаю, здесь будь. Поняла? Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте. Привет. Как твои дела? Не могу я дозвониться, сегодня это звонил этому чуваку. Да. Звонил я сегодня. Сейчас еще буду звонить. Зато у меня днюха, зато у меня выходной нахуй. В смысле, днюха у тебя завтра? Да, 41. Будем пить? 41 год. Будем пить? Ну, чуть-чуть усугубим. Чуть-чуть усугубим. Нормально. Ой. Сейчас пойду маски он куплю, это мазь для синяков. Будь здесь, никуда не уходи. Сейчас я куплю себе. Так, бариновая мазь. Маски. Ну, ребят, что я хочу сказать? Это удары. Это удары. Так, так не ударишься сам. Это кто-то ей всёк. Поэтому... Ну, не знаю, вот она. Я ее напрягать как бы не хочу на это, на рассказ откровенный. Ну, блин, я вижу, что это не сама упала. Просто она сейчас начнет ныть, визжать она. Соответственно. Машунь, на, помажешь. Синяки. Что ты можешь хоть толком рассказать, что с тобой стряслось? Ты сама упала или тебя избили? А? По пьяни. По пьяни? Сама грохнула? Да? Бодяга. Ну это бодяга. Я это... ее только нашла. Это надо сразу. Сразу, я да. Я только нашла. Сразу не сделала, она уже не поможет. Вот это вот попробуй. Эти я... Мазь от синяков. Ну, знаешь, как этот это, дырявить, знаешь, как? А, о, знает, блин, смотри. Ну, я только недавно об этом узнал, блядь, 40 лет живу. Ну, Машка все знает. Да все она открыла. О, намазывай погуще, бля. Красивей будешь. Ну. Тени наложи-ка на-ка наха. Смотри, в глаз не надо, а то вдруг она щипать будет. Я не знаю, как она действует. Че тебе, чай будешь горячий? А? Поесть? Очень. Сейчас я куплю пирожков. Так, куда мне ломануться? Туда. Это закрыто. Только вот подождите. Сейчас я принесу. Ты будешь пирожок? Космос, будешь пирожок? Да. Все, да. Понял. Да. Губа. Пирожок будет? Хорошо, будет. Три пирожка. Пошел процесс проебывания денег. Ну ладно, что делать. О, наконец-то, Дениску давно не видел.
знакомы очень давно. Ты чё, как сам? Редко бываешь у нас. На, возьми там пару копеек. Спасибо. Спасибо. Ты где питаешь, как ты дела? Да я здесь потихонечку. Чё-то редко ты у нас в краях. Ну, а что делать? Я понял. Ну, давай. Побегу я, полечу. Давай, удачи. Угу. Лагом нашим. О, Манька уже нарисовала еду какую-то. Нет, там угостили. Угостили? Да. Я угостила. По пирожочку. Там, блядь, жрать хочу, но как медведь, бля. Да сам возьми курицу-то. А не, курицу я дома поем. Кост, до скольки примерно будешь здесь? Завтра. Сегодня. Я погоню. Короче, я сейчас пойду домой, там переговоры веду, блядь, с бычей, понял, да? Я уже не знаю, что делать. Да. Я понял. Ну, я здесь, короче, на районе.
Машунька, что с тобой случилось? Что за конфликт? Или сама пизданулась? Не буду говорить. Ну, пьяная была в этот момент. Пьяная? Ну, тут какой-то слух идет, что ты заявление там писала, не? Нет. Я разговаривала на той стороне с мужиком. Хоть ты будешь заявление писать на него? Ты понял, да, кого? Я говорю, нет. Но он тебя что, ударил или что? А он не ударил. Мог махнуться, но он меня ударить не мог. Кто-то только не здесь, а в дом, шестом. Проходил, кто-то мог или на голову с чем-то ебануть. В этот момент была спала, Я не поняла, кто мог. Я на него начала выебывать, орать на него, пьяный. Ну, еще не это сделал. Я вижу, а то не говорят. Он думает, блин, а сам думает, я на него заявление писал, он на меня злой сейчас. Но это не было. Мне менты говорили, ты будешь на него писать? Я говорю, нет. Я против поставил точку. Я понял, ладно, нет. Побегу я еще в аптеку. Космос, надо тебе стриптоцит, хуйптоцит там купить. Ну, а вы мне там те же снимаете. Возможно, возможно, на сегодня. Посмотрим. Нет, обстоятельства. Сегодня, если человек сможет, то он сегодня. Ну, а ты свой пирожок куда дела? Я отдала. Отдала? Блять, сказала бы, я четвертый купил. Пускай не идет, а? Я как-нибудь пришлю. Сам же. Ну, они горячие, пока горячие. Пускай. Вот, а вот. И вот эти. Так, я ладно, я в аптеку. Я пирожки. Если пирожки какой-нибудь пирожок уже кинул, то в нем. А у Аслана нет трубы? Телефона? Нету. А, на этот номер позвони. Мой номер помнишь? Не, у меня, по-моему, и нету. Просто был разговор такой, блин. Он взял телефон и все. И я психанула, и его сказал. И я, он мне так не отдал. Ну, я найду, Жейка. Не, он что-то говорил сегодня, по-моему. Жейка появится. Новочка мне, у меня кнопка была. Я понял. Сейчас что попробую ему кнопка? Набрать. Да, прямо сейчас. Жейка знает. Ну, как-то вот так, ребят. Значит, вот эти процессы, как мы заходим в подъезд, как мы там раздеваемся, переодеваемся с космосом. Дай бог, если получится еще. Вот. Я не буду комментировать, снимать. Потому что здесь надо все четко сделать, чтобы в подъезде как можно меньше народу нас увидело. Желательно ни одного. Вот. И чтобы в квартире, пока он от двери до ванной идет, соответственно, он будет в этой, в простыне голый. Тоже я не буду снимать. Дай бог, если все получится, потом уже с приведенным в порядке, как бы без майки, в штанах без майки. Вы там просили рану его показать. Сейчас он майку выкинул, видимо, вши грызут его. Он майку выкинул без майки, она уже видна. Там уже и на грудь поперла у него. Ну, короче, жесть. Вот, сейчас я, короче, все приготовлю. Аптека. Стриптоцит. Вот в одну зашел. Машке гепариновую мазь покупал. Там нету. Есть только линемент стриптоцидовый. Вот. Но там желательно прям присыпать. Вот. Мне почему-то, как доктору кажется, надо прям густо-густо присыпать. Вот. Хотя бы на первые минуты. А потом уже действовать дальше по обстоятельствам. Покажу рану, кто там связан с медициной, говорите, что делать. Рецепты, в общем, до хера присылают. Но надо что-то действенное. Посмотрите, там какой кошмар у него. Все, значит, сейчас готовлю что-то покушать.
стриптоцит. Вот. И жду время. Короче, выкладываю этот ролик. Вот. А тот сделаю другим роликом. Потому что уже дофига я сегодня понаснимал. Так что смотрите, ребята, ролик. Думайте, рассуждайте, пишите комментарии. Кто есть кто. И как кого зовут. Все. Милые мои хорошие подписчики, граждане, кто не в курсе еще нашего канала, подписывайтесь. Помощь людям, оказавшимся в беде, на улице. Вот такой наш контент. Всем всего хорошего. Еще раз попрошу о лайках, о комментариях. И, естественно, подписочка, колокольчик. Всем здоровья. И поздравьте меня с наступающим днем рождения. Завтра днюха, а я уже плакал мой шашлык. Не получится шашлык покушать, потому что есть гораздо поважнее дела. Ну ладно, всех благ.